Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Овер. Сегодня мы поиграем с вами в Hard World. Я знаю, ребята, что вы очень часто просите, постоянно, чтобы я поиграл в эту замечательную игрушку. Да, действительно, я в нее тоже люблю играть и играю в нее часто, вот, просто не записывал по ней ролики. И все-таки решил, потому что вы просили очень часто, ребята. Плюс вышло обновление недавно, как вы помните, в котором добавили вот такой вот замечательный мотоцикл. Я себе сразу же его и сделал, потому что мне он очень сильно понравился. В принципе, мотик прикольный. Вот, на нем можно ездить, но правда управление, ребята, на нем очень-очень сложное. Вот, поэтому нужно ездить на нем аккуратно, кто еще не видел. Вот такой, в принципе, у меня домик есть, ребята. Я играю, ну, уже довольно-таки долго, пару дней точно, дня 4, наверное, 3 точно я играю, просто не покладая рук, ресы просто добывал, все такое. Плюс мне повезло, какие-то парни рейдили дом, у меня тогда еще вообще ничего не было, рейдили дом, и потом, короче, я просто лут у них там украл. Ну, была долгая история, вот. Ну, там на самом деле не очень много лута было, но это мне очень сильно помогло. Вот, в принципе, такой у меня домик. Вот здесь вот хороший вид открывается, вот такой вот с этого верхнего этажа. Вот, ну, в принципе, все. Давайте покажу, что у меня вообще есть. Вам, наверное, интересно, есть у меня вот такой вот замечательный просто ящичек, сундучок, в котором лежат вещи очень-очень дорогие, ребята, просто безумно дорогие. Здесь у меня тоже хорошие вещи, эмочку вот я украл тогда, помню, и получается, эмочку я украл, пару детонаторов тогда я украл, вот эти я нашел, и C4, и 3 C4 я тоже тогда украл, вот, но, в принципе, это как бы мне не особо-то и помогло тогда, потому что я еще не рейдил. Ресики тоже по собирал, вот, и здесь у меня такие обычные ресурсы. Печка тоже работает постоянно, что-то переплавляется. Ну, в принципе, все. Больше у меня ничего такого нет. Ну, конечно, вот этот сундук, он очень-очень крутой, ребята. И сегодня, так как это первая серия, играю я, кстати, на сервере Hardfire, ребят, если кому интересно. Ну, также описание будет, как и всегда, я оставляю описание, когда играю на каких-либо серверах. То есть там будет IP, ссылочки, в общем, сможете, если что, присоединиться, ну, к этому серверу играть здесь, потому что сервер действительно стабильный, хороший, приятный, и на нем очень хорошо играть, никаких лагов не бывает, все нормально. В общем, ребята, вы спросите, наверное, что мы сегодня будем делать. Вот, а будем мы заниматься очень хорошим делом, очень интересным и очень веселым. Сегодня мы будем рейдить дом. Поначалу я хотел рейдить вот этого соседа, вот давайте я приближу. Вот там вот стоит домик, там живут просто нереальные мажоры, просто нереальные, очень богатые люди там живут, я просто наблюдал, бегал туда. Но они сегодня в онлайне. Их несколько человек там, поэтому я один ничего не смогу им сделать. Вот. И я нашел еще один домик. Я поездил, ребята, я нашел еще один домик. Вот, последил. Ну, это, конечно, не сегодня все было. Последил за хозяином и предположил, что там тоже, возможно, будут ресурсы. Поэтому сегодня мы с вами поедем. Я, в принципе, помню, где он находится, но так, он далековато находится, он в зимнем биоме. Вот, сегодня мы поедем именно туда, потому что, как мне кажется, там есть ресурсы, ребят. Так, давайте тогда соберем, получается, C4. Я не знаю, там домик, в принципе, небольшой. Я уже ездил туда, смотрел. Вот, я надеюсь, что его не зарейдили за это время, которое вот прошло. Это было вчера. Давайте возьмем на всякий случай 4 C4, вот, потому что 2 оставим, мало ли что может произойти. В принципе, домик небольшой, я думаю, мне удастся его зарейдить. Вот, и, в принципе, больше-то мне, по сути, и ничего не надо. Я возьму еще молот, так, этот я взял, чтобы тотемчик, если что, сломать. Лук я брать, наверное, не буду. И, в принципе, все, дробовик мне не нужен, у меня есть вот так эмочка и есть ружье. В принципе, ребята, можно уже отправляться в бой. Вот, самое главное, что там сейчас нету, как я понял, дом этот... парень уже не заходил, и давно я его просто не видел. Походу, он перестал играть или что-то случилось. В общем, я давно его не видел в онлайне, именно поэтому я стараюсь именно сейчас его домик-то и зарейдить. Вот, выезжаем тогда из гаража потихонечку, очень громко, очень-очень громко. Ребята, надо сделать чуть-чуть звуки потише, вот. И, в принципе, можно будет тогда уже... Оп, общая громкость, ну давайте вот так вот сделаем. Все, собираем апельсинчиков, нечаянно собрал. Вот, и в принципе можно, ребята, уже отправляться в зимний биом. Вот тут я на границе с зимним биомом живу. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Очень сложное управление, реально, вот мотоциклом очень сложно управлять, ребят. Кто вот уже успел заценить его, вы должны просто согласиться, что вот нереально сложно ездить на нем. Конечно, легче ездить на тачке, но все-таки тачки уже как-то поднадоели. Тихо.
тихо-тихо упал. Очень сложно, ребят. Ну, действительно, очень сложно. Постоянно падаешь, постоянно что-то разбиваешься там. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, все, главное, мы съехали сейчас, и главное, выехать на дорогу. В принципе, я предлагаю уже поставить на паузу, я доеду, буду подъезжать к домику, и мы продолжим. Вот, ребята, собственно, и подъезжаем мы ко второму РТ, и домик у нас где-то вот там вот находится. Я помню, я следил, помню, выслеживал, да-да-да, по-моему, где-то вот там находится наш домик, поэтому сейчас мы быстренько подъедем, посмотрим вообще вдруг, кстати, этот парень зашел в сеть, и будет это очень-очень печально. Так, давайте аккуратненько смотрим, где-то вот здесь вот этот дом находится. А, не-не-не, вот за этой скалой вроде бы. Вот сюда нам надо повернуть, и где-то вот здесь он сейчас будет находиться. Так, давайте-давайте, сейчас посмотрим, главное, чтобы его не было в сети. Вот этот дом, но, как я понял, в сети этого парня нет. Так, давайте аккуратно, вот я не думаю, что тут кто-то будет, кроме нас двоих. Аккуратненько подбежим, посмотрим, мотоцикл я вот бросил, очень жалко, но я боюсь, он просто шумит. Но этот парень, если бы он нас услышал, он бы уже выбежал, да, наверное? Так, если что, наготове, вот я подъехал. Ой-ой-ой, близко очень. Очень-очень близко. Вот, на первый взгляд, ребят, да, домик реально маленький. И здесь ничего нет, но на самом деле там, мне кажется, очень много лута, потому что этот парень, ну, он постоянно был с ресами и все такое. Постоянно, кстати, в чате еще писал, что он обменивается с кем-то. То есть я смотрел, кто в чате обменивается на дорогие ресы, старался их найти на сервере и выслеживал. Ну, то есть я вот так вот, многоходовочка у меня такая была. Я очень долго это все делал. И, получается, после этого выяснял, кто же все-таки богатый. Находил самых богатых и хотел их зарейдить. И один из этих ребят как раз-таки вот этот парень. Ну, как я понял, в сети его нет, в принципе, можно прям по двери вот так вот поставить и нанести первый удар. Ребята, ну что ж, я запустил С4, а вы, в свою очередь, я уже, думаю, поставили большой палец вверх, потому что сегодня я занимаюсь самым прекрасным делом, которым можно только заниматься в этой замечательной игрушке. Ну да, как я и предполагал, ребята, это даже не удивление для меня, потому что я очень долго выслеживал богатых ребят. В принципе, я вижу уже, что здесь есть и машина, есть и квадроцикл. Так, и по идее нам нужно взорвать еще. Вот не зря я взял С4. Но самое, ребят, странное, знаете, в чем? Я пока еще не окупаю. То есть, ну, две тачки, да, окей. Какой-то квадроцикл, но С4 именно по ресам я еще не окупил. Я не знаю, будут тут дополнительные какие-то ресы или нет. Но, как мне казалось, что должны быть. Я, походу, взорвал ящик. Кто тут жил? Ой-ой-ой, а тут еще и много народа жило. Я знал только Кент N7. Вот этого я знал, Кент номер 7. А вот этих ребят я не знал, что они здесь живут. Ну, теперь... О-о-о-о, ребята. Ну да, я так, в принципе, и предполагал. Сегодня мы, походу, в плюсик уходим. Так, давайте соберем тогда вот эти вот все вещи. Ой-ой-ой-ой-ой, камень я прям собирать, наверное... Сейчас, давайте посмотрим, в тачке есть место или нет. Или, в принципе, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю, можно попробовать этот дом забрать себе, тупо сломать тотем и забрать этот дом себе, а потом уже перевести, потому что у меня здесь мотоцикл, я не хочу его оставлять, потому что мотоцикл я очень-очень долго добывал, мне очень хотелось на нем покататься, поэтому ломаем тотем, ребята. Вот, но я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя серия, мы потратили 204, зато я забрал огромное количество детонаторов. Вот, в принципе, я считаю, что рейд получился довольно успешный, очень такой насыщенный. Если честно, я ожидал, да, что будет много ресов, но не ожидал, что будет настолько много. И детонаторы, вот это, конечно, для меня было очень-очень неожиданно. Давайте заберем оставшиеся ресурсы. Но эти ребята жили богато, ничего не скажешь. И вот видите, да, домик у них вроде маленький, домик у них вроде небольшой, но содержание, возможно, это какой-то тайник у них или что-то еще. Поэтому, если вы хотите кого-то зарейдить, ну, реально, чтобы уйти в плюс, обращайте внимание на чат. Там обычно очень часто начинают обмениваться, и можно спалить реально крутых мажоров, у которых можно забрать вещи, вот как я сейчас, в принципе, и сделал. Так, и здесь в инвентаре, ну, мы ничего с вами положить особо не сможем. Так, и здесь тоже ничего особо не сможем положить. Тогда, в принципе, я предлагаю просто забрать этот дом себе. У них был вроде тотем, давайте посмотрим, в каком-то из ящиков я видел тотем. Я тогда ставлю вот этот тотем на это же место, просто вот так, оп. Ставлю. А почему нельзя разместить? Окей, все, поставил. Полое, мой никнейм, чтобы меня не спалили. Авторизацию я не буду вот здесь вот менять. Все, пускай так и будет.
Пускай так и будет. Я сейчас быстренько заделаю двери тогда. Давайте посмотрим. Вообще, хватит нам ресов. У них тут есть. Вроде были какие-то ресы. Ребят, давайте тогда я сейчас заделаю вот это здание. Заберу этот дом себе. Вот, ребята, поставил я дверь. В принципе, что нам еще осталось сделать? Ну, по-моему, ничего. Хорошо, что у них были еще... был тотем. Это очень хорошо. И смотрите, что я нашел. Я даже не заметил. Колесико для нового мопеда, вот этого мотоцикла. Это очень здорово, потому что колесо... мне одного колеса не хватало реально, чтобы ездить на этом мопеде, и мне, я очень долго искал это колесо. Так, ладно, давайте тогда заделаем крышу, поставим тут, оп, 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 тихо-тихо-тихо, оп, все, в принципе, я заделал, да, получается, я просто забрал себе дом, но оставаться в этом домике я не буду, честно вам говорю, я не буду здесь оставаться, я просто, получается, перевезу попозже ресы, вот, и все, в принципе, я буду жить лучше в своем доме, он мне больше нравится, я над ним очень долго старался, заберу последний ресурс тогда уже и просто перевезу это все в свой домик, чтобы вас не мучить, ребят, ну, а на этом я предлагаю и закончить серию, потому что, в принципе, она получилась довольно прикольно. Я не ожидал такого поворота событий. Я примерно представлял, что я, ну, хотя бы чуть-чуть окуплю рейд. Но здесь вы видите, сколько детонаторов я получил. Плюс одну C4 готовую. Вот, в принципе, мне все понравилось. И я надеюсь... Ой-ой-ой, чуть не умер. Я надеюсь, что вам тоже. Вот, ну, я думаю, что вы уже поставили большой пальчик вверх. Подписались на мой канал. Также, если хотите, присоединяйтесь на этот сервер. Это Hardfire. Ребята, будут все ссылочки в описании. Сервер действительно хороший. Я реально играл очень долго на этом сервере. И не снимал видео. Тут даже были мои подписчики, которые меня помнят. Вот, мы вместе с ними еще и здесь играли. Вот, то есть без видео. В общем, у меня на сегодня все. Я надеюсь, все довольны. Не болейте, ребята. Я желаю вам удачи, хорошего настроения. Всем пока-пока.